Ну вот тут мы украшаем парное. Ну и вот ребята выходят из парилки. Красивые, молодые. Мы хотим что-то поделиться. Для, как бы, скажем так. И знаете, ребят, кто вы откуда? Мы Сарихозуева. Как бы у всех есть банный стаж. Такой, ну, в принципе, вот для моего, для 30-летия, как бы, да, 7 лет там банный стаж, то есть это нормально. Здорово. Вот. Ну что могу сказать, баня шикарная. Если учитывать то, что это место, скажем так, может быть в любом месте она, скажем так. Вот. И, соответственно. Ну, про печь вот именно. Вот мы делаем печь, как бы, да, вот. И вот печь инновационная, заметьте, она греет парилку, готовит перегретом до 500 градусов фаром. Обратили внимание на это, нет? Ну, она греет хорошо. Мы вот влажность оценили, и так далее. Потому что мы только зашли, то есть было ощущение, что наверху тепло, то есть где-то до пояса. Ага. Все остальное пока долго погревалось, но потом где-то в течение, ну как долго, сравнительно долго, конечно, ага. Где-то в течение, наверное, ну, минут 7, то есть она разогрелась уже полностью, более-менее, ага. Как бы, ну, таким... приятно, как бы. Хорошо, тепло, вот. Уже, и ощущения, конечно, потрясающие. Вот атмосфера, легкость дыхания, там вот такие правильные. Ну, эмоционально легкость дыхания, но немного тяжеловато было дышать, когда вот она разогрелась. То есть, наверное, все-таки. Когда только вот прям подали, пар пошел. А, то есть когда прижало, да? Да. То есть было ощущение, что именно тяжелые. Но опять же, никакого дискомфорта. Но дискомфорта как бы не было. То есть ощущения все-таки легкие. То есть позитивно, да? Понравилось точно. Вот. Все, Сретенская, классно. Вот, ну-ка, вот сюда. Да. Вот, все убедительно. Спасибо большое вам. Ага.